меня, как представителя Компартии, здесь определенная точка зрения. Мы понимаем, что коррупция стала, и казнократство, системным явлением. Системное то, что уже ни одна сделка, ни один проект, ни один тендер не проходит без этого. И позиция действующей власти крайне слабая, потому что борясь с системой, получается, она борется само с собой. Но, тем не менее, эту работу нужно продолжать, а может быть, ее просто нужно делать более жестко. Что касается мэров городов из оппозиционных партий, в частности, у нас было несколько мэров, против которых возбуждались дела по специально проведенным операциям, когда их или их помощников выманивали, предлагали взятку, те якобы соглашались и так далее. Мы не знаем по всех особенностей ярославского дела, но я не исключаю, что здесь может быть политическая подоплека, что это, в общем-то, была проведена операция как бы по выманиванию, и с учетом операции было проведено задержание. Не имея фактов, не можем пока этому сказать, но это тайна следствия пока.